Получается разобраться в себе и понять, чего именно хочет моя душа. Иногда мне кажется, что я живу в ожидании чего-то, и что скоро эта непонятная полоса пройдет в моей жизни и станет лучше. Я будто бы постоянно хочу вырваться из своей мертвой точки, но не знаю, какие действия сделать, чтобы получить изменения и новый результат в своей жизни. Надеюсь, что скоро у меня получится разобраться, что именно хочет мне сказать моя душа, и после этого у меня получится реализоваться. Смотрите, как это все устроено. Когда человек не знает и не понимает, ни что ему делать, ни каким образом, ни чем заниматься, никуда двигаться вообще, что он хочет, непонятно. Что необходимо делать? Человек в своей жизни должен знать, что если просто жить, и жить просто в комфорте, и ничего не желать, и ничего не хотеть, то жизнь просто так пройдет. Дело в том, что я не хочу сникерс, пока я его не увижу. Я не хочу, наверное, ничего в случае, если мне комфортно и хорошо. Что создает для нас дискомфорт? Первое – это полученные знания. Как получать знания? Я раньше говорил, если вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то произошло, и вы хотели бы выйти из мертвой точки, первое – как можно больше читайте. Второе – как можно больше обучайтесь. Что читать? Вообще не имеет значения. Читайте больше. Вот так каждый день выбирайте какую-нибудь книгу. Вот «Руководство по клинической лабораторной диагностике». Здесь 400 страниц. Видите, какая красивая книга. Том 2. И если взять такую книгу, она вам не нужна. Вот такая книга, она вам не нужна. И вы, скорее всего, ее никогда не захотите прочитать. А зря. А даже если начнете читать, то ничего понятного вам не будет. Для того, чтобы читать такие книги, необходимо быть подготовленным. К чему я это говорю? Дело в том, что обычно в нашей жизни все так устроено. Для того, чтобы произошло что-то невероятное, необходима какая-то невероятная информация. Для того, чтобы произошло что-то необычное, и человек вырвался из того плена, в котором он находится, он должен делать не то, что ему нравится, а то, что ему страшно и непонятно. Допустим, вы хотите вырваться из того мира, в котором вы находитесь, и ничего не хотите. Вам как раз подойдет чтение вот такой книги. Вот такая книга, которую вам не нравится читать, начните ее читать. Медленно, не торопясь, не понимая там исследования жидкости и серозных полостей, или там гомозиготная бета-таласемия и так далее. То есть начните ее читать, вы, скорее всего, ничего не поймете, но читая ее каждый день по одному часу, вы таким образом создаете для себя совершенно другие знания, которые в действительности, на самом деле, могут помочь вам сдвинуться с мертвой точки того мира, в котором вы находитесь. Чего же хочет душа? Наша душа хочет радоваться. Вообще в Торе написано о том, что Бог создал людей для того, чтобы они радовались. И единственная задача нашей души – получать радость при жизни. Так человек, получающий радость при жизни, таким образом благодарить Бога.